Ну вот, рожденные цыпули мои переезжают в другой город. Их тут ровно 50 штук. Такой ковер, такой коврик. Так что вот, выводок получился хороший. Заложенных изначально 103 яйца. На восьмой день я забраковала 5 яиц. Одно яйцо было разбито. То есть, получается 6 яиц. То есть, получилась закладка нормальных яиц 98. Из них 7 яиц, ну, не захотели даже вылупляться. Получился, то есть, 90, 91 цыпленок из 98. Так что все хорошие. Эти вот у меня уже куплены. Сейчас они поедут. Мы их повезем до точки встречи. И все. И моих осталось. Потом сниму видео. Сейчас мы уже торопимся. Муж меня уже торопит. Надо одеваться. Ты все ходишь, бегаешь туда-сюда. Я ему говорю, я только помылась, у меня еще голова мокрая. Так что вот. Такие вот козявы. Такие вот малявки. Малявки-прималявки. Такой ковер вообще. Даже не поймешь, кто где. Так они так лежат прямо. Такой узор. Вообще такие прикольные. Ну все, пока. Всем пока. Целую. До новых встреч.